Томат малиновое «Мамино сердце». Делаю обзор на 22 июля этого сорта томата. Томат завязался одним из первых. Вот первая кисть. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять плодов на первой кисти вот начинают краснеть. Вот такие по форме они. Вот вторая кисть, два плода завязалась. Дальше идет три плода. Вот на втором кусту, на первой кисти было два плода завязано. Вот это вот вторая кисть идет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть плодов. Вот уже начинают краснеть они. Ну, выше вот завязи. Тут два плода. Как-то дальше пошла жара. Плохо завязались томаты. Я считаю, что по весу это хорошо для куста. Значит, малиновое «Мамино сердце». Этот сорт я выращиваю первый раз. Вот, по высоте он уже выше, наверное, выше меня ростом. Наверное, уже под метр семьдесят. Листочки я пообрезала, чтобы не затеняли. Ну, вот второй куст, вот он идет уже, наверное, под метр восемьдесят. Будем пробовать на вкус. Когда созреет, сделаю снова видеоролик. Томат малиновое «Мамино сердце». Вот такие вот томатики у нас. Это вот идет первая кисть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть томатов на первой кисти. Вот они такие вот идут. Два уже налились. Вот вторая кисть. Три томата завязалась. Вот второй куст. Но первая кисть, тут два томатика. Вот еще вот маленькие есть. Ну, не знаю, вырастут ли листочки. Обрезаны у меня уже все. Вот вторая кисть идет. Вот такие вот томаты. Так, сколько у нас тут? Ой. Раз, два, три. Так, пять томатов на второй кисти. Это уже следующая кисть идет. Здесь два томата. Вот выше завязываются тоже. Вверху еще цветут. Вот такая вот верхушечка у этого томата. Ну, по высоте он примерно вот, наверное, метр восемьдесят идет. Высота у него. Пока не до самого верха дошел. Лист не очень крупный. Даже часть листочка обрезаю. Значит, описание этого томата можно посмотреть в видео, на которое делаю ссылочку. Томаты, которые посажу в 2022 году. Можете почитать его характеристики. Ну и будем пробовать на вкус, на разрезе посмотрим. И заготовлю семена этого томата. Малиновое «Мамино сердце». Так, сейчас посмотрим, как выглядит на разрезе томат малиновое «Мамино сердце» и какой он на вкус. Вот такой томатик. Малиновое «Мамино сердце». Сейчас вешаем. 245 грамм. Разрезаем. Прямо как по маслу режется. Вот такая красота, как арбуз. Наверное, вкусный такой же. Я его первый год этот томат выращиваю. Сплошное прямо мясо сплошное. Вот семенных камер. Ну, есть они, но посмотрим, сколько семечек. Вторая половинка вот такая вот она. Ну, сейчас попробуем на вкус этот томат. Thank you.
такой приятный помидорный вкус. Кислинки, можно сказать, не ощущаются. Мне понравился. Сорт урожайный, мне чем нравится он. Завязываемость у него хорошая. Даже буду садить этот томат, мне он понравился. Малиновое мамино сердце. Сейчас буду брать семена из томата.